А что у вас за ассортимент, Олеся? Скажите, пожалуйста. Это новая торговая марка, одесские, локальные вина. Мы существуем на рынке Украины. Вот. И вот дарим людям радость и хорошие вина. А чем угощаете? Глинтвейн? Да. Понятно. Продаем. Что продаете? Наливочки? На чем? Не, на чем наливочки? На водке. На водке? А, ну, из фруктов или что-то, ну, там, что? Ягоды настаивают на водке, да. На сахаре. А какая ягода? Ежевика, вишня, клубника, клюква и смородина. Вот это вот, а да, есть ваше? Еще очень вкусная домашняя чача и коньяк. Ага. Это сами делаете? Это делает наш знакомый, который живет под Одессой. Он уже довольно-таки взрослый, ему 70 лет, и он знает толк в напитках. Знает толк? Да. Почему-то я вам верю. Скажите, пожалуйста, а вы первый раз присутствуете? Нет. А как часто участвуете? Каждый раз. Чего только у нас нет? И баранина, и телятина, и свинина, и печенка, и бочки. Что еще хотите? Это одесская кухня? В Одессе издавна есть шашлыки, поэтому можно считать, что одесская кухня. Наши одесситы любят у нас миндаль с вишенкой, натурально дело на вишневой паровой бане, плюс сахарная пудра. Миндаль соленый с томатом, у нас есть кеша и апельсин ром, это для любителей. Есть арахис карамель, классический карамель с кокосом, есть острый арахис соленый с специей для бастурмы, и есть у нас менее острый паприка, базилик, орегано, чесночок и морская соль. Еще на заказ мы делаем много чего интересного, допустим, грецкий орех, чищенный полностью без кожуры, яблоко шампанское, орехи в соевом соусе, плюс табаско. То есть, ну, много. Мы делаем все то, что действительно учим кушать орехи, как это как основное блюдо. Ага. Одесситы гурманы, конечно да. же. Основное блюдо?